Ализе пуфи – это пряжа с готовыми петельками, из которой могут вязать даже дети. В одном мотке 100 грамм, что составляет 9 метров. Эта пряжа является гипоаллергенной, поэтому из нее часто вяжут одежду для детей, игрушки и пледы. Во время вязания мы просто продеваем одну петельку в другую. Это процесс невероятно увлекательный как для детей, так и для взрослых. В начале вязания снимем этикетку и достанем из мотка свободный конец нити. Положим пряжу перед собой, разровняв все петельки. Первую петлю всегда разрезаем по центру, чтобы впоследствии она не распустилась. Для образца отсчитаем 10 петель от края рабочей нити. 11-ю петлю с рабочей нити протягиваем сзади наперед в 10-ю. Это и будет первая лицевая петля. 12-ю петлю с рабочей нити провязываем в 9-ю. Это будет вторая лицевая петля и вытягиваем ее. Аналогично провязываем сзади наперед все остальные петли, двигаясь к первой. Закончили первый ряд. Старайтесь, чтобы петельки не перекручивались, и тогда ваше вязание будет ровным и красивым. Второй ряд вяжем в обратном направлении, не переворачивая вязание. Все петельки продеваем сзади наперед. Мы провязали узор, состоящий только из лицевых петель. Он называется лицевая гладь. Таким узором вы можете связать теплую шапочку или шарфик. Очень подробный и понятный мастер-класс по изготовлению такого набора вы найдете на нашем канале «Мазы с нитями».